Как рассказали журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 17 ноября 55-летний водитель маршрутки, которому стало резко плохо за рулем, двигаясь на пересечении улиц Чембарская и Елецкая, врезался в припаркованные автомобили и дорожный знак. В результате аварии медицинская помощь потребовалась самому водителю и его 8-летней пассажирке. Как выяснилось, ранее мужчина был лишен права управления транспортным средством.